Родственники пропавшего без вести тагильского летчика найдены. Ранее поисковый отряд «Кубанский плацдарм» обнаружил останки советского самолета Ил-2. Выяснилось, что на нем летал тагильчанин Дмитрий Николаевич Дедков. Он не вернулся с боевого задания 29 августа 1942 года. Самолет сбили немецкие зенитки неподалеку от села Обширонское. Чтобы найти родных сержанта Дедкова, «Кубанский плацдарм» обратился за помощью к тагильским поисковикам, отряду «Стратилат». Помог нам тоже наш земляк с Питера Юрий Шерипов. Он поделился базой данных по дворовой переписи на 27-й год, где было указано, что самым младшим в семье был наш земляк, вот тот самый летчик. Архивные данные, неравнодушные люди и СМИ помогли найти родных летчика. Поисковики вышли на племянника Дмитрия Дедкова, Николая Дедкова. Он был рад узнать о своем родственнике. Родители Николая Леонидовича развелись, когда ему было 3 года. С отцом он с тех пор не виделся, про дядю фронтовика и его судьбу не знал. Я о своем отце тоже ничего не знал, о родственниках ничего не знал. Вот сейчас нашли поисковый отряд. Я просто благодарю вот этих людей, которые вот занимаются этим делом. Николай Леонидович надеется, что поисковикам удастся найти еще фотографию дяди летчика, чтобы он смог пройти с его портретом в День Победы в Бессмертном полку. Александр Мешков, Игорь Харьков, Елена Самойлова. Новости Тагил ТВ.